Ця звичайна, на перший погляд, кімната при детальному вивченні починає нагадувати міні-музей. Поряд зі шкільними фотоальбомами розташувалася шеренга кубків і десятки медалей. Усі вони – справа рук цього усміхненого хлопця, прізвище якого у Кривому Розі стає дедалі більш впізнаваним. Проте чемпіон всесвітніх ігор Орфан Цананзаде залишається простим, скромним хлопцем і охоче ділиться секретами перемог. Я постоянно старался делать больше, допустим, ты тренируешься на той же дорожке, ты бежишь на одной скорости, и тебе надо, ты понимаешь, что если ты добавишь, будет тяжело, но тебе это начинает тормозить, вот, лучше я так буду бежать. Но я постоянно стараюсь больше, 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 через не могу, можно сказать. И, как говорится, снимать свой ручник, спускать и давать больше газу. Свій рецепт успіху і у рідних кікбоксера. Мы ему сразу пару слов говорим, держись, сынок, держись, вот никогда не теряйся и расслабься. Если будет расслабление, будет, все будет хорошо. Если ты будешь себя скромно вести, как у тебя ничего не выйдет. Вот так, слава Богу, что все у него получилось. Уродженець Азербайджану Орфан Цананзаде неодноразово отримував пропозиції виступати не під українським прапором. Втім, спортсмен залишається вірним Україні та Кривому Рогу, де виріс та досяг спортивних висот. Ні, папа говорить, я тут вирос з дитинства, тут воспитувався, ваше воспитання, всі учителя, тренери. Я говорить, я не предатель. Он сказал, это слово у меня лишнего. Я не поступлю не так, никогда. Возможности сейчас есть. На этом чемпионате Европы было приглашение. Ну, как мне сказали, приезжай, там будешь тренироваться, попробуешь тоже. Ну, понимая, что ну, я все достиг в нашей стране, в нашем городе, со своими тренерами, со своими близкими здесь, поддержка вся здесь была. Ну, что я сейчас? Это знаете, как все начать заново, что ли, нужно? Без ничего и с нуля. Оно мне, если честно, чуть не интересно. Я понимаю, что здесь, выходя на пьедестал, на первое место и с гимном Украины, чуть-чуть буду скучать по этому. А от сумувати по рідному залу не доводиться. От і зараз час тренування. Спочатку улюблені снаряди. Люблю спаррингувати і бити пади. Это приносим все лапи у тренера индивидуально. Далі час тих самих лап. І спарингу. Разом з Орфаном у рингу талановитий боєць Кирило Бестров. С Урфаном я очень давно уже стою в парах, поскольку, когда нету Сергея Адамчука, Урфану не с кем здесь стоять, я единственный тот, кто подходит по весу, ну и более-менее по опыту. Поэтому о Урфане я могу сказать то, что он очень хитрый в спаррингах, он очень ловкий, очень быстрый, у него очень много опыта, это самое драгоценное, что есть в этом спорте, это опыт, поскольку его просто так вот на тренировках не получить, это надо пройти очень долгий путь. Цей великий шлях допомагає пройти Володимир Коржак. Тренер згадує, Цананзаде ще хлопчаком подавав великі надії. Цей мальчик був такий цілеустремлений, настойчивий. У нього була така жажда познання бойового іскусства. Він не пропускав тренувань, постійно їздив з нами на збори, участвував в соревнованнях. Он не так быстро, не так долго мы его готовили, потому как он уже до этого, когда пришел, имел какую-то определенную подготовку. Он занимался тэквондо. Он является одним из эталонов в нашем клубе. Наряду с Сергеем Адамчуком Урфан идет вровень с ним, поэтому это звезда нашего зала. Нещодавно криворізький боєць отримав нову порцію визнання. Орфан Цананзаде увійшов до числа номінантів міжнародної спортивної премії «Спортсмен-2018». Зараз він на третьому місці, але голосування триває. Підтримати земляка можуть всі бажаючі, відвідавши сайт theworldgames.org. Сам кікбоксер каже, визнання – річ приємна, але у будь-якому разі все попереду. Нові спортивні виклики і позаспортивне життя. У ньому боєць більш за все мріє про родину та дітей. Дітей в спорту даш? Захотять вони там футбол грати, ну, щоб іменно вони грали в футбол і займалися це професіонально. Не захотять, ну, це їхнє желання. Головне, щоб у них була віра, от вони розуміли, хто вони є, крепко, не займалися нічим плохим,
и слушали близких, относились к своим друзьям, братьям, знакомым, к учителям с уважением. И был у каждого из них хороший нрав, это самое главное. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, Олег Каплій. Постфактум.